Любовь не понимает слов. В ролях Ханде Эрчел, Бурак Денис, Аскан Тагдемир, Мерве Чагиран, Агузан Карби, Тукче Карабаджак, Димет Гюль, Сулейман Филек. Битюл Губанаглу, Джем Эмюллер, Султан Караглу Кирич, Эврен Дюаль, Элиф Доджан, Метихан Куру, Гёзде Качаглу Ягмур, Агус Аку, а также Назан Дипер. Любовь не понимает слов. Я что, невидимка? А ну-ка. Похоже, эти ресницы закрывают обзор. Пардон? Пардон? Давай. Вперед. Он твоя собственность? Да, он моя собственность. Вот сертификат. Исчезни. Ах так? Да я тебя уничтожу. Ты серьезно? А это меня задело. Хаят. Кого-то пора поставить на место. Хаят. Лучше не провоцируй меня и свали. Слышала о гиресонском ударе? Пошла. Хаят, Хаят, отойдем. Что ты делаешь? Успокойся. Успокойся? Да она обнаглела. Значит, так у нас поступают с наглецами. Да, мы можем ее выставить. Подожди здесь. Стой, не надо. Он здесь ни при чем. Ты пришла сюда с ним. Мы встретились на входе. Я увидел свою жену в объятиях другого. Так нельзя, Хаят. Ты понимаешь? И неважно, встретились вы на входе или нет, так нельзя. Все было не так, Мурат. Все было не... Прошу прощения. Что ты творишь? Этому человеку не место в нашей компании. Обед окончен. Пошли. Вечеринка. Музыка. Можете выключить музыку? Если расстроилась, можешь взять конфету. Ты только посмотри на этого хама. Понимаешь, что ты наделал? Опозорил нас. Я тебе объясню. Мне плевать, что говорят вокруг. Но знаешь, каково это быть человеком, который кричит и демонстрирует злость? Вот это неприятнее всего. Тогда не будем. А это возможно? Ошибок не избежать. Тебе ли этого не знать, Хаят? Это не специально. Я понимаю, ты злишься из-за своей матери. Но нельзя же все рушить. Хватит злиться. Я устала. Неужели? А я устал быть злым человеком, которому якобы нравится мучить любимую. Значит, ты устал быть злым. Это мои слова. Я сказала первое. Я сказала первое. Ну же! Даже двери не слушаются, как и их владелец. Да-да. Даже двери не выдерживают после такого вечера, как и я. Ха-ха-ха. Знаешь, в чем проблема? Ямочки. Вот проблема.
Улыбнусь, и они появляются. Не улыбайся. Другим мужчинам. Да. А еще скажи, когда мне дышать. Приказывай, как сегодня утром. Подожди, как там? Тебе не место в этом проекте. Ты не приедешь на обед. Больше не улыбайся. Еще? Я слушаю. Хая, ты что из этого ты сделала? Ничего. И никогда не сделаю. Ладно. Тогда будем уставать дальше. Алло. Мой дорогой учитель. Алкоголь совсем не помогает. Мне холодно. Кажется, я медленно замерзаю. Подожди. Алкоголь в твоем организме растворился в крови, но его количество осталось прежним. Двигайся, и ты согреешься. Дорогая, ты выпила слишком много. Дедушка переживал за тебя. Ну же, приезжай домой. Давай же. Я тебя жду. Дедушка, нет, не могу. Это нужно решить сегодня, деда. Так, с меня хватит. У меня что, нет права на счастье? Ты сам так сказал. Разве не ты надоумил меня уехать? Я сказал, но... Ты сказал, что сегодня. Это твои слова. Ты сказал, что мне нужно признаться сегодня, иначе я буду жалеть об этом до конца жизни. Что мне оставалось? Хочешь, чтобы я в старости жалела? А? Ладно, ладно, не старей и не жалей. Ладно, поезжай к нему и поговори. Я с тобой. Спасибо тебе, Хашмет. Я сейчас же к нему поеду и скажу, что... Я поеду к Даруку... И скажу ему, посмотри на меня. Что значит друг? Что это такое? Я скажу, ты с ума сошел. Какая дружба, Дарук? Какая? Хорошо, хорошо, дорогая. Удачи тебе, давай. Спасибо, дедушка. Всего тебе самого-самого. Целую тебя, мой дорогой. И я тебя целую. Дальше я как-нибудь сама. О, Аллах, Хашмет. Ее ты выслушал, а свои проблемы рассказать не можешь. Дорук Сарсилмаз! Мой красавчик, где же ты? Где ты? Я здесь. Слишком. Куда ни посмотрю, везде его вижу. Ты что, мне не снишься? Ослы, я тебе не снюсь. Тогда держи. А то я падаю. Эй, 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 эй! О, Аллах!
Дарук? Да. Что ты делаешь в моей спальне? Это не твоя спальня, а моя. Да ладно. Значит, ты слышал все то, что я говорила там в саду? Правда? Мой дорогой друг. Надоело мне твое друг. Мне тоже. Я люблю яблоки и тебя. Какая же я глупая. Ну почему? Потому что все еще пьяна. Обычно я не пью, но мы выпили с Хашметом, понимаешь? И я перепила совсем немножко, но из-за этого... Что это было? Поцелуй. Это значит, что мы теперь пара. Выходит так. Что такое, Хашмет Бей? Хорошие новости, Азиме. Я расскажу тебе кое-что. Не слишком ли поздно? Может, утром? Любовь не ждет, Азиме. О, Аллах, что же ты хочешь рассказать? Азиме, я так тебя люблю. 50 лет люблю. Хашмет Бей, ты что, пьян? Конечно, пьян. Меня опьянила любовь. Хашмет Бей, я сейчас положу трубку. Не клади трубку, не клади. Ну дай же мне сказать. Утром, когда проснешься, тебе станет стыдно. Вот так всегда. С ума сошел. О, Аллах, я умираю. Лейла Ханым? Лейла Ханым? Как вы? Мне так плохо. Я же говорила вам не пить, чтобы снова не тошнило. Ужас просто, все впустую. Нужно начинать заново. Хватит болтать, иди купи лекарства. О, Аллах, эта рвота меня прикончит. И где я найду их так поздно? Откуда я знаю? Ищи где хочешь. Найди аптеку, сделай хоть что-то. Спрашивает она меня, я здесь врач, что ли? Последний раз. Послезавтра вы меня не увидите. Вот так. Ходим на цыпочках в чужом доме, хотя у нас есть свой. Бабушке уже лучше. Так что домой мы вернемся вместе. Нет, мы обещали. И мы не делаем по-твоему. Хаят, ты меня сейчас выведешь. И я не успокоился просто потому, что ударил его. Ругаешь меня? А ударил его ты. Хаят, не вспоминай больше об этом сопляке. Ты же меня вынудила. Ты опять приказываешь, Мурат? Разве я сказала Эмре? Не будем ругаться. Как пожелаете, мой господин. Иди сюда. Сюда. Раз ты закончила, тогда послушай. Неважно, как я жил.
Что говорил? Какие ошибки допустил? Ты моя жена. Это понятно? На бумаге. Ты опять? Что ты хочешь сказать? Выкладывай. Хорошо. Я тебе расскажу. Женатые так себя не ведут. Не о таком браке я мечтала. Чтобы мы просыпались вместе. Я готовила завтрак. А ты по дороге домой спрашивал, что привезти. Мы были бы счастливы, а сейчас мы не можем стать такими даже на секунду. Мы не семья. Мы даже не спим вместе. В семьях так не поступают. Я не твоя жена. Я уже это слышал сегодня. Так ты хочешь быть моей женой? Хорошо, давай, будь. Пошла на все. Ради тебя. Мурат, я принимала тебя. Но то, что ты сделал, этого я никогда не забуду. Seni sevmiyorum artık. Yalana dolana batık. Ele nispet gülüşler. Günü dolmuş vaktiler. Bana uymaz git yazık. Hayat. Hayat. Хочешь быть моей женой? Давай. Seni sevmiyorum artık.
yalana dolana batık Elen ismet gülüşler Günü dolmuş vaatler Bana uymaz git yazık Seni sevmiyorum artık Çamura pasa bulaştık Gözü dönmüş kavgalar Boyu aşmış dalgalar Beni sarmaz git yazık Seni sevmiyorum artık Çamura pasa bulaştık Bana uymaz git yazık Seni sevmiyorum artık Çamura pasa bulaştık Gözü dönmüş kavgalar Boyu aşmış dalgalar Beni sarmaz git yazık Seni sevmiyorum artık Çamura pasa bulaştık Воп-оп-оп, стой, ты куда? К себе. Женщина сдала твой номер и уехала. Оставила вот это. Что? Как? Не знаю как. Как так? Денег нет. Где деньги? Не знаю, ты что, с ума сошла? Тогда где они? Отвали! Чего пристала? Я что, вор? Забирай сумку и проваливай. Давай. Вали, вали. Вон. Вот так. И чтоб больше я тебя не видел. Куда едем? В Измит, а потом назад. Хорошо. Вижу, глазки-то заблестели. Предложи адекватную цену и не включай счетчик, иначе я выхожу. Договоримся. Спасибо. Муратбей? Вы спали здесь? Вам плохо? Все хорошо. Принесите одежду и кофе. Конечно. Какой позор! Аллах, какой позор! Они повсюду! Весь дом заполонили! Ну что опять? Не понимаю, что ты тут забыла? Что опять случилось? К чему этот шум? Что эта девка забыла в спальне моего сына? Послышь, что происходит? Я то же самое спрашиваю. Мама, пожалуйста, успокойся. Я все объясню, если вы успокоитесь. Вчера мы с Хашметом выпили, устроили алкогольную битву, напились, и я оказалась здесь. А потом
Я решила, раз уж пришла сюда, то мне лучше остаться. Ты надо мной издеваешься? Нет, нисколько. Просто рассказываю, как было. Вчера вечером я немного перебрала, выпила чуть-чуть. Ладно, довольно много. Не подумайте обо мне ничего плохого. От выпитого пьянеют. Об этом все знают, конечно же. Это правило я всегда себе повторяю. Стараюсь не забывать. Но я... Аслы. Что? Помолчи. Хорошо. Азимэ-ханым! Азимэ-ханым! У нас в доме скандал назревает, а вы спите. Ты зря кричишь, мама. Бабули нет дома. Дерьяханым, вы сами видите, ничего не случилось. Вы как тараканы. Мерзкие тараканы, которые везде лезут. Вас все больше и больше. Хватит. Хватит. Ладно? Больше в этот дом никто не войдет. Мама, пожалуйста, иди к себе. Скажи этой девке, чтобы даже не мечтала о тебе. Помолчи, ради Аллаха. Аслы, не обращай на нее внимания. Хаят, вчера я... пришла поговорить с Даруком, но поставила тебя в неудобное положение. Прости меня. Не волнуйся. Ничего страшного не случилось. Подожди, я переоденусь, и мы пойдем вместе. Хорошо? Хорошо. Прости, пожалуйста, мою маму. Не приехала. Чегла, Хаят не приезжала? Нет, Мурат Бей сказала, что... У нас проблема, Мурат. У меня голова болит. Сейчас хуже станет. Эмре забрал свои материалы и не хочет их отдавать. Все верно, и я знаю почему. И что нам делать? Отменить зимние сказки. В этом году коллекции не будет. Поработаем с тем, что есть. Скажи, что ты шутишь? Я серьезно. И я ни слова не сказал о том, что ты привела Эмре. Вот так. Ты закрыл глаза на мою коллекцию и на все мои старания. А теперь отчитываешь? Ничего подобного, Тувал. Я поняла. Возможно, я плохо говорю по-турецки, но я все хорошо понимаю. Тувал, Тувал, вернись. Тувал, стой! Что, Чегла? Мурат Бей, у вас посетитель. Я не хочу никого видеть. Она сказала, это важно. Ее зовут Хазал. Как ты посмела? Вызывай охрану. Подожди, я расскажу правду. Где мама? Что ты сделала? Ничего плохого я ей не сделала. Один шанс я тебе уже дал. Вызывай охрану. Не надо, умоляю. Поднимитесь на третий этаж. Пойми, твоя мать больна. Вызовешь полицию, и ты ее не увидишь. Ты отлично умеешь врать. Но больше я не поведусь. Пожалуешься полиции. Клянусь, я расскажу правду.
Никаких игр. Иначе зачем бы я пришла? Прошу, выслушай, а потом вызывай охрану. Подождите. Давай. У тебя 2 минуты, чтобы все рассказать. Я все расскажу. Но мне кое-что нужно взамен. Совсем совесть потеряла и даже не заметила. Никаких условий. У тебя 2 минуты. Они идут. Мне очень нужны деньги. И я все расскажу, если ты дашь мне нужную сумму. Осталось 45 секунд, но слушать тебя не желаю. Твоя мать все спланировала. Иначе я не знала бы о тебе. Подумай об этом. Может, ты настроила ее против меня, чтобы получить деньги? Неправда. Твоя мать мне все рассказала. А еще обещала заплатить, если я сделаю, что она скажет. Ладно, хватит, уходи. Послушай. Она и меня обманула, сбежала, не заплатив. Если не веришь, поехали в отель, где мы вчера останавливались. Это правда. У нас мало времени. Она скоро уедет. Ты хочешь ее найти? Что вы делаете, тетя Эмине? Мне больно! Тетя Эмине, вы оторвете мне ухо! Как тебе не стыдно? Что ты делала прошлой ночью у дома Сарсилмазов? Что ты там делала? Тетя Эмине, я ведь все рассказала. Мы переборщили с алкоголем, и вот что произошло. Не нужно преувеличивать. Все уже позади. Мама, что ты делаешь? Перестань тянуть ее за ухо. Я пришла, а ты даже не поздоровалась. Доченька, ты думаешь, у нас все хорошо? Что это? Я соскучилась, решила приехать на пару дней. Вы с Муратом случайно не поссорились? Вовсе нет. Я что, уже не могу приехать в гости? Тогда я поехала. Моя дорогая, конечно, оставайся. Как ты можешь так говорить? Тогда давайте чаю попьем. Сейчас приготовлю. Пойдемте. Я не понимаю, Слы. Ты как фондовая биржа. Но нельзя же ночевать, где попало. Что случилось с нашей Полианной? Ты так сильно расстроилась. Она еще не знает. Не знает. Представь, моя мечта сбылась. Мы с Даруком теперь пара. И мы целовались. О, Аллах! Да, спокойно. Давайте сядем. Вот. Так. И я вам признаюсь. Мы с Керемом женимся. Что? Не может быть! Когда вы это решили? Ну, вы серьезно? Вы правда поженитесь? Мы правда поженимся. Это не шутка. Так неожиданно. О, Аллах! Ты вышла замуж, и ты выходишь. Не могу поверить. Надеюсь, я тоже выйду замуж. Думаю, все впереди. Дарук хороший парень. Так.
Теперь ты не называешь его другом? Вообще-то, называю. Хаят. Они целовались, а она его другом называет. Это было странно. Я не ожидала. Все произошло спонтанно. Сейчас расскажу. Хаят. Почему ты приехала? Ты чего-то не договариваешь? Нет. Послушай. Утром Мурата не было дома. Хаят, если ты от нас что-то скрываешь... Нет, ничего я не скрываю. Вы же знаете, я вышла замуж очень быстро, и мы не устраивали никаких вечеринок. Вот я и приехала. Побуду здесь пару дней. Не смотрите на меня так. Ты выходишь замуж, надо отметить. Ты права. Я выхожу замуж. Ну-ка, покажи мне свои руки. Где они? Никаких колец я не вижу. Каких колец? Это так неожиданно. Он просто не успел купить. Дай мне свой телефон. Зачем он тебе? Давай телефон. Зачем? Давай сюда. И я предложил ей пожениться. Рад за тебя. Поздравляю. Спасибо. Мурат. Азима Ханым поможет мне завтра? Поможет? Почему нет? Конечно. Ой, любимая звонит. Цветочек? Керем? Аслы, это ты? Да, но со мной еще два цветочка. Здесь Хаят и Ипек. Банда в сборе. Да, и это банда судей. Керем, мы не видим кольца. Я куплю. Уже завтра куплю самое лучшее. Предложил Мурату подвести его до больницы и не успел. Передайте привет. Не беспокойся, Хаят. Керем, как всегда, преувеличивает. Мы сейчас заняты. Увидимся позже. Хаят, что происходит? Ты промолчала и даже не пожалела его. Ты что-то скрываешь. Ничего я не скрываю. Вам показалось. Почему ты не поздоровалась? Просто не успела. Он так быстро повесил трубку, вы сами видели. Хватит, девочки, мне это уже надоело. Все, собираю вещи и уезжаю. Куда ты поедешь? Мы верим. Оставайся. Не уезжай. О, Аллах! Это так здорово! Мы так рады! Да. Что мы наденем? Что ты наденешь? Ну, хватит, перестань. Можно спросить, какое ты хочешь платье? Не знаю. Простите. Да? Мы ищем этот адрес. Вот этот дом. Спасибо. Не за что. Она точно здесь? Сказала, что будет тут. Не самое лучшее место. Почему оно? Не знаю. Можно подумать, у нее денег не было. Прости, случайно вырвалось. Ничего. И что делать? Что делать? Зайдем и спросим. Добрый день. Нужна комната? Нет, мы кое-кого ищем. Лейлу Йылмазлы.
Лейлу Йылмазлы. Мы не разглашаем информацию. Я ее сын. Тогда почему у нее такой вид? Можно поконкретнее? Думаю, она больна. Я вынес кучу бутылок из ее номера. Куда она уехала? Не знаю. Я лишь такси вызвал. Похоже, у нее большие проблемы. Что это значит? Она бросила свою подружку и, кажется, забрала ее деньги. Та еще с ума тут сходила. Ладно. А вы именно вызывали такси? Нет, поймал на улице. Пошли, Керем. Спасибо. Подождите. Сейчас поищу. Вы что-то вспомнили? Думаю, кое-что есть. Перед отъездом она просила у меня телефон позвонить. Этот номер? Да, этот. Что такое? Ты его знаешь? Это бабушка. Она звонила бабушке. Переведено и озвучено студией «Кириллица» по заказу онлайн-кинотеатра «Иви» в 2022 году. Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere Çok